Доброго дня! Я рада вітати вас на телеканалі «Миколаїв». Це програма «Розмова на тему». І сьогодні у нас в студії чарівна гостя Ольга Сквірська, поет і організатор проєкту «Спаський трамвай». Доброго дня, Олю! Рада вітати в нашій студії. Добрий день! «Спаський трамвай» – це проєкт, який вже не вперше цього року буде радувати миколаївців цікавими зустрічами і новими враженнями. Про те, як проходив перший арт-пікнік «Спаський трамвай», що на ньому було і чим саме він зацікавив миколаївців, я пропоную вам зараз подивитись у відеосюжеті, а потім ми повернемось у студію. Миколаїв сьогодні не просто місто корабелів, осередок поетичного слова. Ще й такий статус можна приписувати йому після арт-пікніка «Спаський трамвай». Ми почуємо сьогодні таких поетів, як Євгеній Півень, Ніна Паламарчук, Умка, Оля Сквірська, Духовний, Суров. Ну, буде дуже багато поетів, які вже себе зарекомендували як дуже хороші миколаївські поети. Я вот выступаю в роли человека, который, может быть, расскажет о трамвае что-то, ну, интересное или что-то историческое. Что интересного можно сказать о Николаевском трамвае? О Николаевском трамвае можно сказать только то, что он ничем особенным не отличается от всех других трамваев в других городах, но у Николаевского трамвая есть своя песня. Поэтому вот если говорить о том, что нужно для того, чтобы пиарить, рекламировать город или что-то, да, для этого нужны литературные произведения. И вот, наверное, сегодня, надеюсь, родятся какие-то произведения, которые прославят наш город и город будут знать. Охочих провести свій час всім відомими вуличками та наблизитись до поезії, на диво організаторів прийшло вдосталь. Одного трамвая було явно замало. Проте це не стало серйозною перешкодою для екскурсій і незвичних історій про миколаївські вулиці та визначні місця. В запретній воді іскупатися. А потім ми росли, грохотали вночі поїзда, уводила нас даль. І пускай нам бувало не сладко, но над далью любою горела все та же звезда, що із нашого дитинства за нами слідила украдкой. Самі ж поети чекали гостей в екс-будинку відпочинку «Комунар», де кожен знайшов зручне місце розташування серед природи та старої архітектури, що додавала своєї родзинки. В Миколаєві літературне життя пробігає, власне, і багато людей просто цього не знають. Але в нас часто влаштовуються різні літературні вечори, так, квартирники, ось. А ось такого саме масштабного заходу, ну, щоб люди бачили миколаївських поетів, ну, не було до цього разу. Беру на себе сміливість таке говорити, бо як-не-як я мешканець цього міста, трошки знаю, так, в цих колах обертаюсь. Без затягнутих промов, затишно та водночас на високому рівні. Саме так можна охарактеризувати «Спаський трамвай», якому обов'язково має бути продовження. Ну, ми знаємо, що продовження після першого серпневого «Спаського трамваю» було воно восени, правда, Оля? Так. І зараз готується третє. Поговоримо спочатку про саму ідею «Спаського трамваю». Як виникла ідея створити такий захід, який дозволив би зустрітися поетам і шанувальникам поезії? Було це так. Собственно, ідея виникла совершенно спонтанно. Я взагалі за те, що виникає спонтанно, то і істинне, саме лучше. Просто захотелось устроить нечто, что представляло бы собой что-то среднее между какими-то, назову это, официозными литературными мероприятиями и андеграундом. По моим наблюдениям, вот довольно долгое время в городе наблюдаются две тенденции, то есть проводятся либо какие-то, в том числе и большие литературные мероприятия, но с таким официозным подтекстом, либо андеграунд, и было такое, что, ну там, я не скажу в пивных, но в таких заведениях, где можно там заказать пиво, где немножко шумно и прочее. Вот. А мне лично давно уже хотелось сделать что-то среднее, ну, если так можно выразиться. То есть, чтобы это было действительно что-то качественное, мероприятие с хорошей поэзией, с хорошей организацией, но в то же время не официозное.
И я думаю, что вот и уже первый трамвай показал, что это получилось. И по отзывам многие отмечали, что и вот в сюжете было сказано, что не было долгих речей, не было каких-то там перечислений регалий и прочее. Мы просто вышли и читали. Музыканты были, хочется сделать симбиоз, чтобы разные творческие направления сошлись. Тут были не только поэты и музыканты, были еще и историки, как мы убедились. Да, да, вот изюминкой трамвая нашего, собственно, есть сам трамвай, то есть это не просто литературное чтение, это экскурсия на трамвае, после которой начинается литературное чтение, которое включает в себя не только поэзию, но и другие виды искусства, музыку, например. Вот сейчас к третьему трамваю есть и другие задумки. Повернемось і до третього трамваю, а зараз поговоримо про той досвід, який вже був, який ти як організатор могла врахувати. Що змінилося від першого до другого трамваю? Яка реакція зворотня була у відвідувачів? Чи зросла їх кількість? Да, опыт, конечно, громадный, хотя вот, казалось бы, было всего два трамвая в августе и в октябре, но сделаны очень большие выводы и очень многое стало понятным. Например, понятным стало то, что организовать действительно качественное мероприятие, которое было бы интересно широкой публике, очень сложно. Это большая работа. Что мне очень хочется, чтобы мы отходили от провинциальности, чтобы мы отходили от официоза. Хочется сделать что-то стильное, что-то современное, что-то классное. Но в то же время вот помним, что речь идет о поэзии. То есть у нас уклон, хотя у нас там люди читали прозаические какие-то небольшие зарисовки, но все-таки это поэзия. То есть вроде бы как широкому кругу, может быть, и неинтересно. Но вот чтобы привлечь как можно больше людей к этому, заинтересовать людей и вообще показать им, что может быть вот так, хочется, чтобы это было на хорошем уровне. А что это такое? Это нужно организовать, нужно учесть очень много деталей, очень много каких-то трудностей, связанных с тем, что, ну вот, как найти музыкантов, где их взять, как найти там, у нас на первом трамвае было фаер-шоу, девушка показывала, то есть это тоже надо знать людей, надо вот каким-то методом проб. Социальные мережи, напевно, помогают объединяться. Безусловно, конечно, да, но и вот пользуясь случаем, раз мы в эфире, хочу обратиться к творческим людям, которые занимаются интересными какими-то видами деятельности, писать, я есть и в Фейсбуке, и ВКонтакте, Ольга Сквирская. Вот, будем сотрудничать, потому что хочется, чтобы наш город был красивым. Вот вместе будем это делать. Олю, мы уже анонсували наступный, третий трамвай. Давай детальніше про него поговорим. Запросимо наших глядачів зараз просто в якості глядачів, учасників, гостей приєднатися і розкажемо, що ж саме планується, якщо це можна розповісти. Да, кое-что можно рассказать. Я хотела бы пригласить горожан на Спасский трамвай 3, который будет называться «Зимний маршрут». Состоится он 14 февраля, это будет воскресенье, на день Святого Валентина. Планируем начать экскурсию в 11 часов дня. Сбор будет у входа в городок «Сказка» на Декабристов. А потом ориентировочно в час будут чтения поэтические в кафе-музее «Депо». Это на улице Акима в районе Киево-Могилянской академии. Что будет? Будет экскурсия, которую нам будет уже в третий раз проводить историк, краевед Евгений Парамонов. Также мы хотим угостить пассажиров глинтвейном, в чем нам тоже поможет кафе-музей «Депо». А на поэтических чтениях у нас будет присутствовать гостья из Харькова, харьковская поэтесса Юлия Баткилина. Я вот еще об этом нигде не объявляла, сейчас говорю первый раз. В прошлый раз, в октябре, у нас была замечательная, очень любимая мною одесская поэтесса Евгения Красноярова. И я надеюсь, что сотрудничество между городами –
между поетами з різних городів України продовжиться. Ну, тобто ми бачимо, що Спаський трамвай сьогодні вийшов не лише за межі Спаської, а взагалі за межі Миколаєва. Можна так сказати, да. І що ще? Я думаю, на этом третьем трамвае у нас будет еще привлечена художница, которая делает авторские открытки, продает их и деньги перечисляет на благотворительность. Помогает просто знакомым малоимущим семьям. Меня вот поразил этот факт. Случайно, буквально на днях я с ней познакомилась в сети, увидела чей-то перепост и увидела эти открытки и подумала, какая была бы отличная идея вот пригласить ее и показать людям и сделать вот такое дело. И вообще, может быть, со временем вот кто-то это увидит и тоже захочет что-то нам предложить. И Спаский трамвай еще вот появится вот эта сторона благотворительная. Это было бы очень здорово. Ну, що ж, дійсно, мета дуже благородна. Якщо говорити про реакцію зворотню від відвідувачів Спаського трамваю, що цікавить от за на погляд організатора, що цікавить найбільше? Екскурсія, незвичайна прогулянка трамваєм незвичним маршрутом чи все ж таки зустрічі з мистецтвом? Я вам скажу, что и первый трамвай, и второй показал, что действительно публика как-то разделилась. Может быть такое, что в трамвае одни люди, а на чтениях уже другие. Не без того, что несколько человек, которые приняли участие в экскурсии, приходят послушать и чтение, но все-таки, да, вот что мне и нравится, ну, это я уже с опытом поняла, что вот эта экскурсия на трамвае дает возможность привлечь более широкую аудиторию к самому фестивалю, потому что очень многие интересуются, может быть, не столько поэзией, сколько историей города. А наш краевед, он не просто рассказывает сухую какую-то информацию об улицах города и так далее, он знает какие-то детали, какие-то интересные факты, истории из жизни города. И я очень много слышала отзывов, очень таких приятных, именно об экскурсии, как людям понравилась эта экскурсия. Поэтому я очень довольна, что так у нас разнопланово получается. Угу. Ну, а якщо говорити, власне, про саму назву «Спаський трамвай», як вона виникла? Название мы придумали вместе с организаторами, которые принимали участие в организации первого трамвая, Олег Дорош и Ира Павленко. Мы хотели, чтобы название было не избитое и николаевское. Трамвай первый был 23 августа, и это было чуть ли не в день одного из Спасов. И вот кроме того, что экскурсия планировалась по Спасскому спуску, еще эти Спасы, и вот так оно как-то сошлось, что вот так появился Спасский трамвай. Но хотя идея арендовать трамвай и провести экскурсию возникла позже, вначале мы как-то не думали, просто трамвай это что-то такое символическое. Да, пусть трамвай есть во многих городах, но для Николаева это тоже какая-то особая фишка. Ну, экскурсійні трамваї так само, це дуже популярний, власне, да, інструмент на сьогодні залучення туристів. Правда, да. Я уже після того, як зайнялася нашим Спаським трамваєм, я слышала о такому, що є і в Києві, і в Одесі. Но все ж, як мені кажеться, із того, що я изучила, у нас своя ізюмінка іменно в тому, що ми не просто орендуємо трамвай, який, допустим, там зроблений як кафе зі столиками, є таке в Києві, і там розказують, ну, якісь посторонні, скажем, вещи, а у нас именно связано с экскурсией города еще и в такой интересной, нетривиальной форме. Угу. І повертаючись, власне, до поезії, перевага віддається творам, присвяченим Миколаївщині, Миколаєву, чи тематика буде вільна, чи до Дня Валентину все ж таки буде більш романтичний напрям? Да, это хороший вопрос. Тематика у нас изначально не оговаривалась. Просто поэтам было задано, что такой хронометраж, отбирайте тексты, вот, которые вы считаете нужным. Но так получилось изначально, что многие авторы посчитали, что уместно будет прочесть и тексты о городе, и не только о городе, но и о трамваях.
Оказалось, что у многих тема трамвая есть. У меня в том числе несколько текстов, которых, естественно, не специально для фестиваля, а просто они были написаны раньше, но трамвай упоминается. А сейчас для третьего трамвая я решила задать тему. Ну, естественно, так как это День влюбленных, о любви. Но это, конечно, всего лишь предлог, потому что любой день можно назвать Днем влюбленных, я думаю. И я задала тему о любви и о зиме. И одно стихотворение авторы должны будут написать, используя строчку. Для русскоязычных авторов это строчка из Ричарда Бротигана «Мы остановились в чудных днях». Для тех, кто пишет по-украински, это строчка из Марианны Кияновской «Твою присутність винайду як мову». Вот. И у меня уже есть информация о том, что некоторые авторы уже написали два стихотворения с использованием этих двух строчек. Тобто программа, власне, цього фестивалю, все ж таки, поки будемо використовувати термін фестиваль, вона дедалі ускладнюється, вона дедалі заглиблюється. Тобто не просто зустріч, а вже є конкретна тематика, конкретний якийсь такий момент, який буде об'єднуючим і для авторів, і для гостей. Тобто вони будуть знати, до чого готуватись. Є таке, да. І от, кстати, по поводу слова об'єднуючий, я от ще не сказала о том, что изначально хотелось этим фестивалем показать, что искусство объединяет людей. И сейчас это непростое время, это очень важно. И я говорила об этом и на первом фестивале, когда беседовала с журналистами, о том, что и проведение первого трамвая уже показало, что авторы, которые, возможно, в обычной жизни, может быть, не разделяют взгляды, не может быть, а точно не разделяют взгляды друг друга, особенно там политические предпочтения, но когда они выходят на одну сцену, они от всего этого абстрагируются. И на первом плане у нас поэзия. Это искусство. И вот эта объединяющая роль искусства для меня очень важна. И изначально я и от этого отталкивалась тоже. Хотілося поговорити би ще про об'єднання поколінь. Ми бачили багато молоді у відеосюжеті, і я розумію, оскільки молодий організатор, коло спілкування теж, напевно, більше молоді митці, то і гості переважно це молодь. А, напевно, хочется и старшее поколение залучить. Конечно, хочется. И я очень надеюсь, что на третий трамвай мне все-таки удастся привлечь наших мэтров, к примеру, Владимира Пучкова, Дмитра Дмитровича Кременя, которые придут хотя бы нас послушать. Вот мне как-то почему-то неловко пригласить их почитать, хотя, может быть, я зря испытываю неловкость, и они были бы рады. Я очень надеюсь на это. Если они слышат, то, может быть, подумают над этим. А что касается еще объединения поколений, да, в принципе, мне бы очень хотелось, чтобы у нас не было какого-то возрастного ценза, и у нас действительно и в первом, и во втором трамвае принимали участие более старшие поэты, и молодые, и начинающие, и хочется открывать новые имена и давать людям возможность высказаться, да, пусть это будет еще не совсем зрелая поэзия, но я считаю и убеждена в этом, что вот такое выступление на интересное мероприятие, оно подстегнет, оно вдохновит молодых авторов, и они будут творить. Олю, а є якісь, можливо, вже результати, власне, для учасників, для митців? Якщо там після першого трамваю хтось дійсно отримав такий, можливо, стимул, можливо, поштовх, можливо, хтось з інших міст, дізнавшись про досвід першого-другого трамваїв, пробували повторити. Якісь наслідки не лише просто про враження, я зараз говорю, а про якесь продовження цієї теми? Я скажу так, що гостья, которая у нас была в октябре, Евгения Красноярова, это большой поэт, живет она в Одессе, она принимала участие в очень многих конкурсах, фестивалях, становилась призером, бывала и за границей на литературных мероприятиях, то есть, ну, это, в общем, большой классный поэт.
Но она была настолько приятно удивлена вот уровнем организации Спасского трамвая. Я уделяю этому, конечно, большое внимание, чтобы все было четко организовано. Вот. И так была удивлена тем, что ее пригласили, вот несмотря на то, что она уже поездила, посмотрела. Но оказывается, может быть, в Украине это и не так часто бывает, что вот раз и пригласили тебя где-то выступить на хорошем мероприятии. Потому что все-таки какие-то киевские мероприятия, которые устраиваются, там есть свой костяк авторов, которые участвуют, и, может быть, даже туда довольно трудно пробиться. Вот. Поэтому вот такие отзывы были с ее стороны очень благожелательные. Какие еще последствия? Ну, после первого трамвая некоторые авторы так вдохновились, что написали тексты, в которых упоминается трамвай. И вот как-то вот ностальгия прямо была по этому трамваю. Даже из участников там ребенок нарисовал рисунок нам. Навіть діти були учасниками? Діти не участвували, но они... Ні, я маю на увазі гості. Конечно, да, были дети, и они и рисунки рисовали, и стихи дома уже читали, и что-то сочиняли. А вот так що, конечно, то зараз ті мами, які нас дивляться і думають, от я б хотіла піти, але немає з ким дитину залишити. Вона може бути впевнена в тому, що дітей можна брати з собою. Абсолютно, да. Наш поет Оксана Коваленко, яка у нас участвує постійно, в прошлый раз вона даже виступала з дочкою. Вона вийшла з дочкою і одно стихотворение, вони якби вместе його розіграли. Так що приходите, мами з дітьми. Що ж, я думаю, що дійсно ми зараз відповіли на деякі запитання, але варто нагадати ще раз дату і час проведення для тих, хто не зареєстрований, можливо, в соціальних мережах і не має доступу до цієї інформації. Да, пожалуйста, 14 февраля, в воскресенье, я приглашаю всех горожан на Спасский трамвай 3, зимний маршрут. Старт от городка Сказка, улица Декабристов, в 11 часов. Ориентировочное начало чтения 12:30-13 в кафе-музее Депо на Акима 2. Оля, якщо говорити про екскурсії, які супроводжують, власне, оцю прогулянку, я не можу сказати поїздку, це скоріше прогулянка все-таки трамваєм, цього року буде якась тема екскурсії? Чи це буде просто інформація про ті вулиці, якими буде і прямувати трамвай? Да, от теж хороший вопрос. Поначалу, поскольку маршрут у нас примерно один і тот же по Спасскому спуску до парка Петровського, то, может быть, уже об улицах рассказано много. И поэтому сейчас есть задумка продумать как бы глубже, то есть определить точки на этом маршруте, о которых можно было бы рассказать небольшие истории. И вот я очень надеюсь на то, что наш экскурсовод Евгений Парамонов, он найдет вот такие интересные истории, он большой мастер в этом, и расскажет их нашим пассажирам. Я думаю, это будет очень интересно. Тобто ті, хто вже відвідували перший, другий трамвай, можуть... Їм все одно будуть цікаво. Вони не будуть сумувати на прогулянці. Звісно, однозначно, да. А як щодо залучення інших екскурсоводів? Звертались, не звертались? Чи є поки що такі попередні, можливо, домовленості, щоб розширити коло людей, які б доносили інформацію? В принципі, я була б не проти, але ще не думала об этом. Як-то до цього ще руки не дійшли. Можна буде, да, подумати, каких екскурсоводів ще привлечь. Кстати, я ще не сказала по поводу последствий, ну, може бути, мені так показалось, а я до своих трамваев просто не знала об этом, что после нас уже стали организовывать экскурсии на трамвае другие люди, которые вот просто интересуются трамвайной темой, вот, и стали организовывать такие поездки на трамвае, кто-то даже на троллейбусе, почему бы и нет, интересно, ну, то есть все, что связано вот с городом, лично мне это вообще интересно. Но у нас тривалий час взагалі не було таких місцевих екскурсій, скажімо, для городян. Було дуже складно, навіть якщо ти зацікавлений в історії міста, то навіть це було непросто, а зараз дійсно багато таких моментів, це приємно. Оля, а гості з інших міст, знову ж таки, як відвідувачі, не як учасники, а як відвідувачі, не розповсюджуєте інформацію для тих, щоб могли, для того, щоб могли приїхати, ну, хоча б з найближчих міст, там, Херсон, Одеса? Надо цим зайнятися.
Как-то я еще не уделила достаточно внимания, может быть, такой рекламе. Ну и при том я понимаю, что ну, на третий трамвай, допустим, может быть, будет и сложная, снега и прочее. Но, в принципе, конечно, очень бы хотелось, особенно если это летний фестиваль, наверное, у нас будет такой большой, масштабный, а потом по сезонам будут такие поменьше, вот как сейчас и получается, то я бы очень хотела, чтобы люди приезжали. Я бы сама на такое поехала в другой город. Що ж, Олю, залишається лише побажати удачі, успіхів. Будемо уважно стежити за перебігом третього трамваю, третього фестивалю і бажаємо якомога більше цікавих учасників, гостей і взагалі якомога більше яскравих вражень. Я дякую вам, шановні глядачі, за те, що ви були з нами протягом цієї програми «Розмова на тему». Я нагадаю, ми спілкувалися із Ольгою Сквірською, поетом і організатором фестивалю проєкту «Спаський трамвай», який втретє пройде у Миколаєві 14 лютого. Залишайтеся і надалі з телеканалом «Миколаїв», щоб знати більше. Ми працюємо з вами і для вас. На все добре!